Дорогие друзья, настало время традиционно подвести итоги уходящего 2020 года. Ну что вам сказать, он был весьма своеобразным. С одной стороны, и студентам, и сотрудникам высшей IT-школы на него вроде бы как и грех жаловаться. В этом году мы начали с победы в Кубке Императорского университета и продолжали взятые на себя обязательства, хотя мы их и не брали, до декабря месяца. И в этом году мем «Студенты Хитс снова что-то выиграли» стал мемом года в ТГУ. Мне бы хотелось бы выразить слова глубокой благодарности тем студентам и тем сотрудникам, которые, несмотря ни на что, находили себе силы в этом ковидном году участвовать в различного рода мероприятиях и показывать на них высокие профессиональные результаты. Мне очень радостно, что таких студентов с каждым годом в высшей IT-школе становится все больше и больше. С другой стороны, год был весьма своеобразным, хотя бы из тех соображений, что мы потеряли возможность делать те самые традиционные глупости, ну или традиционные мероприятия, которыми так сильно славилась школа. У нас в школе есть куча студентов, которые не знают, где находится могила первого компьютера Томского госуниверситета. У нас в школе появилась куча студентов, которые не знают, как преподаватели выглядят вживую, а считают, что они придуманные и созданные в компьютерах аватары. Мы научились пользоваться всякими родами средами не потому, что мы хотели это делать, что всегда было девизом школы, а потому, что нас вынуждены это делать обстоятельства. Мы не выпили кучу кофе, решая различного рода задачи. Мы не родили кучу схем, мы не посетили кучу городов, ну и прочее, прочее, прочее. Чего бы мне хотелось пожелать всем в наступающем новом году? Ну, с одной стороны, чтобы все то хорошее, чего мы достигли в 2020 году, продолжалось. А все плохое ушло. И чтобы мы с вами наверстали упущенное. Больше всем общения, возможности разговаривать с друзьями и встречаться с ними в том формате, в котором вы хотите. Ну а четвертому курсу удачной защиты. С Новым годом! Максимальная угроза.